Финансовая поддержка многодетных семей за счет консолидированного бюджета по госпрограмме в республике продолжается. Сертификаты на приобретение долгожданных квадратных метров сегодня получили 11 дагестанских семей. И таких документов в этом году будет выдано более сотни. Тему продолжит моя коллега Зумруд Гамидова. У каждой семьи, которая была приглашена на торжественную церемонию вручения сертификатов, утро началось со встречи с премьер-министром республики Артемом Сдуновым. Речь идет о помощи многодетным семьям или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей в качестве субсидий, было принято правительством республики. Проект предусматривает предоставление ипотечного кредитования сроком до 10 лет, а ежемесячные платежи будут составлять не более 10 тысяч рублей. Это обязательство государства перед социально незащищенными слоями, перед теми, кто имеет ограничения. И в данном случае перед нами стояла такая нетривиальная задача, каким же образом наконец сдвинуть этот камень. Потому что существует законодательная обязанность предоставлять. С этого года мы реализуем механизм, который позволит при приобретении жилья для инвалидов первой группы, семей, имеющих детей инвалидов, приобретать квартиры с первым взносом со стороны государства и последующим взносом не более 10 тысяч в месяц на 10 лет. Теперь эти семьи строят планы на расширение жилплощади. С этим сертификатом они решат самый сложный вопрос – квартирный. Так долгожданное свидетельство о праве на получение жилищной субсидии получила семья Гусиновых из Кизилюрта. Марьям с детьми живет в одном доме с родственниками мужа. Этот документ поможет матери четверых детей приобрести свою квартиру. В Кизилюрте я живу. И в этом доме вся наша дружная большая семья. Муж, брат, его сестра, все вместе. Я вот эти все долгие годы наша семья ждала, что мы когда-нибудь мечтали о том, что у нас будет свой уголок. И вот сегодня эта мечта осуществилась. Конечно, чувства переполняют, радость, волнение. Очень приятно, конечно, что на нас обратили внимание. И мы рады. О собственном жилье много лет мечтала и каспичанка Элина Магомедова. С 2008 года стоим мы в очереди. Жили с родителями, двое детей у меня. И очень хотела, чтобы обратили внимание, как только дали этот запрос, сразу нас услышали. И процесс пошел. Сегодня мы получили это. Вообще волнительно так. В программе уже проявили интерес больше дагестанцев, чем ожидалось. На сегодняшний день поступило 300 заявлений. В этом году 250 многодетных семей справят новоселье. Все они переедут уже в свои собственные квартиры. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.